операцию сегодня делали, только закончили. Ну, прости. Тебе трудно было позвонить и сказать, что ты опоздаешь? Я не понимаю, что за привычка такая. Не можешь приехать, позвони и скажи. Ну, слушай, я замотался. Марк, я звонила тебе в 2 часа дня, а потом еще звонила раз 50. Юль, я все равно не смог бы раньше приехать. Блин, я не понимаю, как с тобой разговаривать. Мне что, одно это нужно? Ты что, мне одолжение делаешь? Слушай, ну у нас времени еще. Чего ты заводишься? Ну если ты такой тупой, что не понимаешь, почему я завожусь, то... Извини. Иди строй свою вентиляцию, ставь свои толчки. Это же все важнее, чем наш ребенок. Ты еще пил, гад? Пил еще как. Слушай, ты же часто видишь отца на работе? Не поверишь, каждый день. А ты ничего странного не замечал? Что ты? Твой папа на редкость адекватный человек. Марк, ты издеваешься? Я сегодня видела, как он лапал какую-то девку из салона красоты. Шамну? Ей же 58. Марк, посмотри на меня. Марк. И давно это продолжается? Ты все это время молчал? Я в шоке. Юль. Не подходи ко мне.